В Отрово подвели итоги республиканского пленера художников, который длился неделю. Произведения мастеров кисти, собранные со всей страны, были представлены на всеобщее обозрение. В мероприятии приняла участие заместитель акима области Бахтгуль Хаменова. Был Минен Лумикеном. На эту тему прошел пленер, в котором приняли участие сильные мастера кисти из разных регионов страны. Они представили публике свои прекрасные картины. Собравшиеся дали высокую оценку произведениям художников. Сегодня для меня особенный день. На этом мероприятии в честь моего 85-летия собрались 10 художников. Я искренне им благодарен. Также выражаю благодарность за такую организацию мероприятия руководству области, управлению культуры, сотрудникам музея. Это большое мероприятие, которое направлено на развитие патриотизма, эстетики, искусства. Мероприятие было приурочено к 85-летнему юбилею заслуженного деятеля культуры Казахстана и Кыргызстана композитора Ильи Жаканова. Однако в связи с пандемией некоторые культурные мероприятия были сокращены. Тем не менее, все санитарные требования были строго соблюдены. Цель мероприятия – популяризация творчества этой известной личности, приобщение к ценному наследию подрастающего поколения, говорят организаторы. К 85-летию заслуженного деятеля Казахстана и Кыргызстана, известного композитора Ильи Жаканова, в области было запланировано несколько масштабных мероприятий. В связи с эпидситуацией в стране изменился формат многих мероприятий, некоторые были отложены. Сегодня это мероприятие проводится с соблюдением санитарных требований. Еще одна цель пленера – обмен опытом между талантливыми мастерами кисти в области живописи. Такое мероприятие, безусловно, будет способствовать духовности и культурному развитию. По словам участника выставки Умербека Жуманиязова, такие мероприятия вдохновляют на творчество. Отравская область традиционно проводит такие мероприятия. Я счастлив, что принимаю в них участие. В завершении встречи Ильи Жаканову было вручено благодарственное письмо от имени акима области. Кроме того, мастерам кисти были вручены специальные дипломы. Оксана Иглам, Аймгуль Хайруллина, телеканал Атырау.